Газовое оборудование проверяют в Химках. Как поступает голубое топливо в многоквартирный дом по улице 9 мая, лично проверил глава округа Дмитрий Волошин. Внимание уделили системе и в подъезде, и в самих квартирах. Прошли, проверили газопроводы на утечки. Газопроводы находятся в надлежащем состоянии. Также зашли в квартиры, вот, тоже проверили на утечки. Там тоже все в надлежащем состоянии. Газоиспользующее оборудование находится достаточно новое. Вот. Дали рекомендации жителям, как в дальнейшем, куда, чего звонить, куда обращаться. Также Дмитрий Волошин осмотрел придомовые территории. Качество уборки снега под особым контролем. А надо вообще дороги строить там, где люди ходят. Без внимания не остался общественный транспорт. Чтобы выявить основные проблемы, глава расспросил о них жителей, а после лично проехал в химкинском автобусе.